Всем привет! В данном уроке мы разберемся, как включить сетевое обнаружение в Windows 7. Данный параметр понадобится тем, кто хочет, так сказать, настроить сеть домашнюю, либо же она у него настроена, но компьютер почему-то не виден в сети. Одной из причин того, что компьютер не виден в сети, есть то, что у вас выключено сетевое обнаружение. Этот параметр может быть по умолчанию выключен, если вы только поставили операционную систему, либо же раньше об этом не задумывались, как настроить сеть. Я сейчас покажу, как его быстро можно включить и увидеть другие компьютеры, либо же показать свой компьютер остальным компьютерам вашей домашней сети. Итак, для того, чтобы быстро добраться до этого параметра, вот здесь на значке состояния сети кликаем правой кнопкой мыши, выбираем центр управления сетями и общим доступом. Выбираем изменить дополнительные параметры общего доступа. Вот здесь изменить параметры общего доступа для различных сетевых профилей. Выбираем включить сетевое обнаружение. Все, сетевое обнаружение включено. И теперь ваш компьютер будет виден другим компьютером в сети. Если у вас он был выключен, то наверняка проблема скрывалась в этом. А на этом все. Жду вас в следующих уроках по сетям. Всем спасибо за внимание.